Мы добрались до последней темы 110.3. Тема большая, будет состоять из нескольких частей, но зато как только мы ее пройдем, мы закончим полностью подготовку к экзамену 102. Еще хорошая новость, эта тема очень интересная, она посвящена шифрованию данных, и в ней копаться будет довольно-таки приятно. Шифрование само по себе, эта тема довольно-таки широкая, и тема 110.3 предполагает изучение ее только в применении к SSH. Что это значит, мы сейчас разберемся. Вообще, тема должна изучаться после наличия необходимых предварительных теоретических знаний. Я вам сейчас за один слайд попробую эти знания в голову уложить. А так, первая часть у нас, видите, посвящена криптографии с открытым ключом. Тут нужно запомнить несколько понятий. Вообще, криптография на основе публичного ключа, или как его еще называют, открытого, опирается на два вида ключей. Это частный ключ и общий ключ. Можно их по-разному себе представлять, но проще всего представлять себе публичный ключ как замок, а не как ключ. По крайней мере, мне так помогает понять. Значит, частный ключ есть только у владельца самого ключа. Публичный ключ доступен всем и каждому, кто угодно может его взять. То есть, в данном случае мы можем представить себе публичный ключ как кучу одинаковых замков, которые везде разбросаны, и вы можете их брать. При этом, имея этот замок, этот публичный ключ, вы никак не можете себе создать частный ключ. То есть это очень хитрый, очень хороший замок, его нельзя открыть, в него нельзя налить какую-нибудь штуку, а потом достать ее в форме ключа. Это действительно половинка ключа, которая не имеет никакого смысла без первой половинки, без частного ключа. И с использованием этой пары мы можем делать две вещи. Мы можем шифровать данные и мы можем проверять подлинность. Значит, шифровка данных осуществляется следующим способом. Вы берете данные и шифруете их публичным ключом. То есть, грубо говоря, на данные вешаете вот этот вот доступный всем замочек. После того, как вы это сделали, эти данные может прочесть только владелец частного ключа, который может открыть этот замочек. То есть все остальные владельцы, у которых есть такие же замочки, они ничего с вашими данными, закрытыми таким же замочком, сделать не могут. То есть ваша часть была подписать данные, выложить их куда угодно, владелец ключа сможет эти данные получить и, используя свой ключ, прочесть. Кроме него не сможет это сделать никто. Проверка же подлинности работает в обратном порядке. Владелец частного ключа подписывает документ при помощи этого частного ключа, и тогда владелец публичного ключа может прочитать эту информацию и подтвердить то, что да, действительно, замочек подошел к ключу, значит, информация действительно была подписана владельцем частного ключа. То есть здесь получается двусторонняя схема. Все, кто угодно, подписывают информацию с использованием замочка, и владелец ключа может эту информацию прочитать, и только он. И точно так же владелец частного ключа подписывает информацию при помощи вот этого своего частного ключа, и кто угодно может проверить, действительно ли владелец частного ключа написал эту информацию при помощи публичного ключа. То есть схема вот такая вот двухсторонняя, и используется она для шифрования, для проверки подлинности. Я это в свое время пытался понять многократно, очень часто не понимал. Схемы есть намного сложнее, всякие симметричные, асимметричные алгоритмы шифрования различных хэш-функций и так далее. Но нам сейчас нужно понять только вот эту вот пару частный, публичный ключ. Если у вас будут вопросы, вы в комментариях задавайте, я вам буду ссылками отвечать, потому что так сходу усвоить это довольно тяжело. Мы будем смотреть на эту ситуацию исключительно с точки зрения SSH. SSH — это у нас Secure Shell, это безопасная оболочка, это протокол прикладного уровня, при помощи которого мы можем удаленно управлять какой-то операционной системой и даже обмениваться данными. Есть несколько версий SSH, в частности SSH 1 и SSH 2. SSH 2, она не какая-нибудь там свежая, она вышла сразу через год после SSH 1, аж в 1996 году. И когда мы говорим сейчас об SSH, мы имеем в виду именно вторую версию, потому что она у нас везде используется. Так вот, сейчас у меня есть в сети сервер еще один Ubuntu, правда уже 16-й версии, и мы сейчас к нему попробуем подключиться через SSH. У меня для этого на нем установлен SSH сервер, мы всю эту конфигурацию будем рассматривать в следующих занятиях. Значит, для подключения по SSH есть простая команда SSH, собственно, и IP-шник сервера. У меня это 10.0.1.6. И при первом вызове сервера всплывает предупреждение о том, что у нас есть вот такой вот отпечаток. В данном случае нам говорится о том, что мы на данный момент не понимаем, что это за сервер, кто это такой, подключаться нам к нему или нет, потому что это первое наше установление связи. Вот этот вот отпечаток — это такая хэшированная функция, это сокращенный публичный ключ. Он просто сжат таким образом для ряда операций. То есть вот так вот мы видим этот отпечаток, и мы можем, в принципе, принять сейчас публичный ключ сервера. Вообще, публичный ключ сервера рекомендуется передавать именно так руками. То есть вы создали сервер, сохранили его отпечаток, куда-нибудь там на флешечку перенесли, и эту флешечку вручили тому, кто будет к вам подключаться. Суть заключается в том, что после того, как к вашему серверу начнут подключаться люди извне, они будут доверять ему на основе вот этого публичного сертификата. Если вдруг кто-то придет с ноутбуком туда, где стоит ваш сервер, выдернет сетевой кабель из сервера, воткнет себе в ноутбук, поставит себе точно такой же IP-адрес, то он начнет принимать входящие соединения от ваших клиентов.
может перехватывать их информацию, подсовывать им что-то фальшивое. И, соответственно, те клиенты, у которых был готовый публичный ключ вашего сервера, когда они начнут подключаться к этой удаленной машине, они поймут, что это не ваш сервер, а какой-то другой ноутбук, потому что у ноутбука будет совершенно другой открытый ключ. Если же вы сейчас впервые инициализируете соединение с удаленным сервером, как я сейчас, и там вдруг вместо сервера вот этот какой-нибудь хакерский пиратский ноутбук, то вы об этом сейчас никак не узнаете, вы получите у него вот этот вот открытый ключ и будете с ним работать, доверяя ему. То есть первый вот этот прием публичного ключа, он должен быть обязательно доверенный, чтобы вам никто не подсунул ничего фальшивого. Соответственно, я сейчас знаю, что это мой удаленный сервер, у меня кроме никого, у него ничего нет в локалке, и я поэтому пишу здесь yes, я хочу продолжить подключаться. Видимо, очень долго я подключался, попробую еще раз. И вот сразу он меня запрашивает пароль. У меня на удаленной машине такой же логин, как здесь. Я подключился к удаленной машине, вот 10.0.1.6, там у меня Ubuntu 16.0.4 стоит. И вот здесь вы видите, уже после логина моего находится другое имя машины, UBSRV. Это я нахожусь уже на удаленной машине. Мы сейчас там особенно ничего делать не будем, я от нее отключусь, команда exit. И вот я снова нахожусь у себя на машине Ubuntu. После того, как я впервые запросил соединение, вот здесь вот нажал yes, у меня в моем профиле, в папке SSH, она скрытая, папка SSH, в ней появился файл known hosts, известные хосты. Я могу его посмотреть. И в этом файле у меня вот в таком вот виде содержится ключ. Это публичный ключ моего сервера, то есть я его вон той вот командой yes, ответом yes, скачал и добавил в доверенные хосты. У меня здесь есть сейчас опция SSH такая, которая хэширует имена удаленных машин, айпишники и так далее. Поэтому мы здесь не видим, здесь по идее есть еще информация о том, что вот этот вот ключ относится к машине с таким-то именем или с таким-то IP-адресом. Но это я вам под конец, наверное, урока сегодня покажу. И теперь, сколько я бы не подключался к удаленной машине 10.0.1.6, пока это та же самая машина, у меня будет пускать без проблем. Потому что у меня для 10.0.1.6 уже запомнен ключ. Если сейчас кто-нибудь другой в моей сети захватит айпишник 10.0.1.6, я попытаюсь подключиться, мне скажут то, что соединение не может быть установлено, изменился такой-то ключ. Мне нужно будет опять же ему доверять или не доверять. Значит, сейчас этот файл knownhost, вы поняли, находится он у меня в профиле, вот здесь вот. Тильда — это моя домашняя папка. Соответственно, другие пользователи подключиться не смогут. Более того, если я сейчас этот файл удалю, только мне нужно сначала отключиться от удаленного сервера. Если я сейчас этот файл knownhosts удалю, следующее подключение к SSH опять скажет то, что вот мне нужно подключиться, но у меня не сохранен ни отпечаток, ни публичный ключ. Я в этот раз скажу no, не буду туда подключаться. У нас есть system-wide такой файл, в котором мы можем сохранить информацию об открытых ключах, которым мы доверяем, для всех пользователей системы, для системы в целом. В том числе и для служб, для демонов, это все может быть полезно. Значит, я возьму этот ключ, по сути, этот ключ — это всего лишь одна строчка. Копирую его. И беру и создаю файл etc, если его вдруг нету. Если он есть, то я в него допишу информацию. SSH known hosts, известные хосты SSH. Но это уже на уровне системы hosts. Добавляю туда информацию. Сохраняю изменения. И теперь, если я попытаюсь снова подключиться на SSH, он меня сразу заспрашивает пароль. Потому что у меня уже машина 10.0.1.6 хранит свой открытый ключ в файле etc SSH SSH knownhosts, и вся система моя знает и подтверждает подлинность удаленной машины. При этом, после того, как у меня есть вот этот вот публичный ключ, у меня SSH-клиент уже начинает отправлять все эти команды, которые я выполняю на удаленном сервере, там команда hostname, все что угодно, в шифрованном виде, используя уже вот эту вот пару открытого-закрытого ключа. Мы сейчас с вами рассмотрели простейшую конфигурацию, когда у нас есть один сервер, мы ему доверяем, не доверяем. У нас файл вот этот вот knownhosts, он очень интересный, там все в зашифрованном виде. Если у вас несколько узлов, вам тяжело будет разобраться, какой ключ к какому узлу относится, потому что у нас информация об имени и об айпишнике компьютера тоже хранится в зашифрованном виде. С этим всем и со всеми дополнительными командами SSH будем добивать и разбираться в оставшихся частях темы 110.3. Кто что не понимает, смело пишите, забросаю ссылками.